Всем здравствуйте! С недавнего времени Татьяна Навка и Дмитрий Песков не появляются вместе на публике. Вездесущие пользователи сети сразу заподозрили неладное. Олимпийская чемпионка праздничные дни провела в столичном парке Горького. Спортсменка была замечена в районе набережной. Компанию знаменитости составила ее мама, Раиса Анатольевна, дочери Александра и Надежда, а также маленькая племянница. У Татьяны, напомним, есть младшая сестра Наталья. В 2018 году у родственницы спортсменки появилась дочь. Фигуристка стала крестной мамой малышки. Знаменитость опубликовала несколько фото с прогулки. Татьяна показала, как пьет холодный чай в лавке своей подруги. Навка призналась, что давно обещала посетить заведение приятельницы, но в силу занятости смогла дойти до него только сейчас. Фигуристка для похода в парк выбрала довольно сдержанный образ. Звезда облачилась в бежевую футболку, синие джинсы и кроссовки. На голове Татьяны была бежевая кепка, а глаза были спрятаны под довольно крупные солнцезащитные очки. Многочисленные подписчики сразу же начали интересоваться, почему Татьяна в последнее время никуда не выходит со своим супругом. Отметим, что Дмитрий Песков с февраля не появляется в публичном пространстве, в том числе и на страничке жены. На всех мероприятиях знаменитость сопровождают либо мама, либо дочери. Подписчики сразу заподозрили неладное. Сплетники из интернета начали обсуждать тему разлада в семье. Многие высказали мнение о скором разводе пары. Добавим, что сейчас Татьяна Навка и Дмитрий Песков переживают серьезный кризис. Будем надеяться, что все опасения пользователей – это всего лишь домыслы. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!